Провели хороший матч. Владели, считаю, территориальным и игровым преимуществом на протяжении всей игры. Забили два, но имели еще ряд голевых моментов. Но очень важно, что после двух поражений, именно вот этот домашний матч, он был в плане психологии, психологической уверенности ребят, очень важен. Именно, что мы добились такой заслуженной победы, уверенной победы. И будем сейчас готовиться к выезду в Омск, потому что он непростой. Игра предстоит в Манеже. Задача наша сейчас за короткий промежуток этого времени восстановиться правильно и подойти к игре именно в Омске в хорошем состоянии, достаточно хорошем состоянии, чтобы ехать именно туда и брать очки. Спасибо. Все, победы. Еще раз.